Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду готовить малокалорийные, очень бюджетные творожные платочки с яблоками и вот с персиком немного сделаю. Для этого мне понадобится 250 граммов муки, вот здесь она, я ее буду просеивать, 250 граммов творога, то есть один к одному, сахара 50 граммов, 100 граммов кефира и одно яблоко, один персик, ванилин для теста и корица для яблок. И где-то пол чайной ложечки я возьму соли. Творожные платочки с яблоками будут без масла и без яиц. Итак, сейчас я приступлю к приготовлению теста. Для теста у нас пойдет 250 граммов творога. Я беру творог. Отправляю в миску, в которой я буду делать тесто. Творог нужно размять, он замечательный и мягкий. Сюда же я добавляю сахар. Он должен у нас раствориться. Когда мы смешаем его с кефиром. Сюда же я отправляю 100 мл кефира. И все это перемешиваю. Отправляю пол чайной ложки соли и вот такую упаковочку ванильного сахара. Я все размешаю, чтобы сахар растворился в этой смеси полностью. Муку я просею сюда в тесто наше. За 2-3 приема. И буду перемешивать постепенно. И последняя порция. Вся мука просеяна. Сейчас я займусь замешиванием теста. Я выложила тесто на силиконовый коврик. Вот еще немножко, и тесто будет готово. Любое тесто готово тогда, когда оно не прилипает к рукам. Оно уже не прилипает. Последний уже момент, и сейчас тесто будет готово. Я его пока отложу в сторону и буду нарезать яблочки. И персики. Яблоки я почистила и тоненькими долечками. Сейчас я его порежу, это яблоко. Вот такими тонкими. Чтобы эти яблоки пропеклись. И так далее. Яблоки и персики я порезала. И слегка посыплю их сахаром. И яблоки, и персики. Ну и яблоки еще посыплю небольшим количеством корицы. Сейчас я это все размешаю. Я подпылила и коврик, и само тесто мукой. Раскатала толщиной 2-3 миллиметра. И сейчас начну делить. На маленькие квадратики. Тесто режем на квадраты с равной стороной. Например, 5 на 5, ну, может быть, 6 на 6. Вот я таким колесиком режу. И вот такие у меня будут получаться квадратики. Сейчас я еще другие. Ну и так далее, в общем-то. Противень ничем не смазываем, только выстилаем пергаментом. И начинаем делать наше печенье. Берем вот такой кусочек теста по диагонали, это корица. Выкладываем яблочко и загибаем одну сторону и другую. Слегка закрепляем и выкладываем на противень.
Ну, теперь и так далее. Точно так же я сделаю и с другими. Вот беру персик, тоже по диагонали, тоже заворачиваю одну сторону, теперь другую и выкладываю на противень. Творожные конвертики с яблоками я сделала и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Они, чтоб чуть-чуть, только порозовели. Прошло 20 минут, и печенье-конвертики готово. Сейчас я буду выкладывать их на тарелочку. Я посыпала наши творожные конвертики сахарной пудрой. Они получились вкусные, красивые, малокалорийные, как я уже говорила. Благодарю вас всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго. До скорых встреч!